Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский, вам всем привет, черноморские! Мы находимся на нашем лучшем дальнем пиратском пляже Тортуга. И сегодня здесь мы снимем для вас обзорчик на сабборд, который идеально подходит для нашей местности, чтобы на нем кататься, отплывать подальше от водорослей, если вдруг они есть, либо серфить на волнах. Это моделька Hyperfit Tiger High S43. Она совмещает в себя как обычный сабборд, так и каяк. К нему пристегивается кресло. Сейчас мы посмотрим, что там внутри в этой коробочке. Вес у нее 16,5 кг, заявил СДЭК, а вообще заявляет производитель, что 15 кг. Общий комплект, а сам сабборд весит 8 килограмм. Давайте пробежимся по комплектации, чтобы вам было понятно. Это весло трехсекционное. Оно имеет внутри наполнение специальным полимером, чтобы, когда вы его бросите на воду, оно еще какое-то время плавало. Говорят, что в течение там 40 минут может плавать и не тонуть. Есть сумка для переноса, есть сиденье, которое превращает саб в каяк, насос, ремень для сабборда, чтобы его переносить удобно. Также имеется водонепроницаемая сумка, третий плавник большой, это ремкомплект, страховочный трос. Предлагаем развернуть и посмотреть на вообще рисунки. Сабборд выбирает по рисунку, это, конечно, круто. Посмотрите, какая милота. То есть здесь сделан бантик и for you надписи для тебя. То есть, мне кажется, это очень мимими. Начать обзорчик отсюда, смотрите. Это покрытие называется Lizard Skin. Противоскользящее, чтобы было очень комфортно нам находиться. Есть отсек сверху для крепления вещей. А также вы можете зафиксировать саб на вот эти вот все кольца. Обычно их по два. Здесь 9 штук. То есть любое место можно будет закрепить. Самой главной особенностью является вот такое крутое крепление на экшн-камеру. Я снимаю на GoPro. Здесь, помимо того, что оно просто можно сюда вставить, можно даже прикрутить штатив и со штатива снимать, то есть, чтобы более красивые были у вас кадры. Это нереально круто, тем более оно встроено, значит, уже заводская проклейка и не отвалится при шторме. Распаковываем насос. Уф. Его отличительной особенностью является то, что он имеет датчик, и вы не перекачаете свой сабборд. Это очень круто. Здесь подписано, что нам надо ставить, и вводим саб, то есть он был спущен очень хорошо, и на насосе указано сразу deflate, inflate, это то есть те места, откуда вам надо подключать, чтобы пошел воздух и уходил воздух. В общем, качаем до 1 бара. Насос имеет два режима. Когда вверх и вниз идет поршень, он закачивает воздух. Либо в самом конце переключаемся на качать только вниз, чтобы было легче. И могла справиться даже девочка. Объем у него 300 литров. То есть качается, в принципе, там за 3 минутки, и он уже готов. Сейчас у меня уже 1 бар, и он довольно-таки твердый. Нужное давление набрано. Отключаем и закрываем. Смотрите, как все легко и просто. Давайте распакуем и соберем трехсекционное весло. Это у нас центральная панель, одна лопасть. Весло у нас из алюминия, очень легкое, как я и говорил ранее, с наполнителем внутри, чтобы оно как можно дольше не тонуло. Смотрите, вот благодаря этому креплению очень легко подрос настраивает. Зафиксировали, все. Если надо, крепление подтягивается. Подтягивается, причем вот так вот сразу на месте. Видите, то есть влево-вправо, ползуночек ходит. Никакие дополнительные приспособления не нужны. Считаю это мега удобно. Все, зафиксировали. Также переоборудование в каяк происходит с таким форматом. То есть есть вот такая сидушка. Оно закрепляется к передним задним кольцам. Довольно-таки хорошо растягивается. Его можно поставить сюда, можно поставить вперед. Я выбрал вот такой вот формат. Сели, и у вас уже есть поддержка под спину, с веслом можете передвигаться. Но для того, чтобы саб от вас никуда не уплыл, у нас есть страховочный трос. Он крепится на лодыжку, на ногу одевается. К сапу мы его прицепим вот сюда на конец. Очень простым способом засовываем в D-образную петлю и продеваем. Все,
То есть мы становимся, одеваем его на ножку плотненько и посмотрим на длину. То есть спокойно хватает на всю длину сапа. И отличительной особенностью этого сапа является вот такой вот отдел для хранения вещей. Но помимо того, что он является отделом для хранения, можете увидеть, что здесь смотровое окно. Мы действие его продемонстрируем вам в дальнейшем. Также в это окошко в комплекте у нас идет вот такая вот сумочка. То есть мы можем сюда сложить какие-то наши вещи. Она внутри прорезиненная. И поставить сюда. То есть водичку взять с собой или еще что-то, чтобы само окошко у нас не царапалось. То есть разместили сверху, закрываем. Сюда тоже можно какие-то вещи прижать и отправляться в путешествие. Также в комплекте имеется ремкомплект. Если вы где-то порвали или поцарапали ваш сабборд, то вы всегда сможете его починить собственными силами. Это большой плюс. Подарок сабборду имеется водонепроницаемая сумка. То есть вы можете не оставлять на берегу какие-то свои ценные вещи, а взять их с собой. Эти в отделение подусовывали нужные вам вещи. Здесь, кстати, есть еще дополнительное крепление, я так понимаю, что можно на плечо ее еще как-то разместить. Грибу веслом. Осталось самое важное. Показать вам, как выглядит сап с этой стороны. Какая это красота и какие у него размеры. Максимальная запустимая масса на него 130 килограмм. Сап подойдет как таким новичкам, как я, никогда в жизни не стоявшим на сапе, так и тем людям, кто занимается этим спортом профессионально. Я поспрашивал людей, говорят, великолепная модель, можно пользоваться. Габариты у сапа 3,20, 85 в ширину и 15 в толщину. Пловник у нас очень прочный, устанавливается довольно-таки легко. Это легким движением руки закручивается, и все, он у себя на месте. Благодаря системе трех плавников сап имеет просто невероятную управляемость, что для нас является очень важным критерием, так как мы хотим в дальнейшем его использовать и на волнах. В комплектации к САПу у нас идет ремень для переноски, а также сумка для транспортировки. Мы в обратном потом порядке, когда придем с моря, попробуем его туда засунуть. Вместится или нет, и покажем вам комплект. Сейчас отправляемся на пляж, давайте проверим в плавательные характеристики. Не терпится мне прокатиться на нем. На съемке мне очень мешает жара, перегревается камера, сама доска. При этом, вот смотрите, то есть она темного цвета сверху, я спокойно ставлю руку, на песке у меня ноги подгорают, а доска имеет специальное запатентованное покрытие соляркей, которое не дает ей перегреваться, и под воздействием ультрафиолета доска очень долго остается в первозданном виде. Но вы все это увидите в моих влогах, которые я буду снимать именно с этой доски. Ну что, друзья, самое волнительное – это первый спуск на воду сапа. Давайте попробуем, что из этого получится. Уф. Самое главное, смотрите, что главный план. Решили вас не шокировать и попробовать без стрингов. Да, держи. Аккуратненько, первый раз. Чтобы не задавило, да. Как-то у нее с балансом получше будет. Она меньше. Ты не туда плывешь, в глубину плыви. Ушел. Ты не туда. Стой, тормози, стой, 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 стой! На воде это прям очень. Теперь самое интересное, это глянуть, конечно, как работает вот это окошко, да? Во-первых, я уже переворачивался на сапе, видите, сюда попал. Немножко капелек воды. Сумка, как помните, прорезиненная. Но самое интересное, это то, что можно вот видеть даже мои ноги. Юрий погружается под воду.
работает. Окошко, я думаю, солнечную погоду будет. Прикольно, можно лечь, смотреть, что там внизу находится, абсолютно безопасно. Так, я в эту сумочку засунул, ту сумочку, которая плечевая крепится, потому что в ней оказалась сумка, все хорошо. И чтобы сумка не мешалась, мы запакуем вот сюда. Вот, дельфин, дельфин, пока. То есть первый раз на сайте, сразу встретились с дельфинами. Пошел. Юр, можно мне воду? Вот он. Два дельфина. Огонь, просто огонь вообще. Догоняю. Полный вперед. А все. Они тут не прыгали за рыбой? Пропали. Вот они. Вон они еще. Юр, вот он, вот там. Не, подальше, в ту сторону. А вот те куда-то туда уплыли. Они сейчас вместе, видимо, плывут. А, вон они. Вот прямо по курсу. У-ху! Класс. Вон они, как глубоко. Невероятно удобный аптек. То есть мы туда сложили все вещи. Сейчас попробуем подняться на сапе. То есть надо самому попробовать. Конечно, мне не везет. Так, если что, мы ушли далеко от всех людей. Надо баланс поймать. Просто остановись, бери весло. Вот проверка, смотрите, весло. Всплывает, да. То есть он сразу идет на дно. Тут такой не штиль, знаешь, сложновато. Да, то есть учиться на такой воде довольно-таки непросто. И тех ты чувствуешь, как ты нос сильно поворачиваешь, с одной стороны грибануло, с другой тебе быстрая скорость-то не нужна. И... Вот, пробуй. Вот, молодец. Сейчас поймать баланс на ногах, и все пойдет. Слушай, ну вот такой она уже прям, ничего себе скорость, слушай. Эй, вернись, только не врезайся в катамаран. Тебе надо не быстро поворачивать, а просто потихонечку. Да. Получилось сесть вдвоем на сапе. Это невероятно. Поплыли. Видишь, как он хорошо управляет. Восприятие просто. Когда ты был моторчиком, было прикольно. Туда. Повернуться по волнам. По волнам туда. Может, у нас так. Держись, ковбой. Наш ковбой. Держи. Красивые. Сейчас Юра взбирается. Thank you.
просто с такой скоростью сейчас она прилетела мимо меня. Вот, просто нереально. Мы в тебя верим, давай. Да, когда поплаваешь, после плавания сложно. Классная штучка. Да? Да. Особенно я думаю, когда привыкаешь уже. Гребли. Да. Волны начинаешь ловить, ветерочек, подстраиваться. Вообще класс. Хочу пожаловаться, ребятки, вот водонепроницаемая сумочка оказалась проницаемая. Я с собой взял батарейку GoPro, она выгорела, жалко. Так что будьте аккуратны. Но вина наша, я так понимаю, что водичку она отталкивает, но у нас вот в отсек смотровое окно при переворачивании туда залилось прям много водички. Так что вот такой вот минус, если вы такие же, как я, новички, будьте аккуратны. Я очень рад, что вот в такой ветер у нас получилось покататься. Сап очень быстрый, очень классный, сверхдовольный. И сейчас, наверное, одно из самых важных перед тем, как вообще сделать окончательный обзор и отзыв о нем, это то, чтобы его сложить обратно в сумочку. Хочется отметить еще дизайн, то, что на нем нарисован такой скорпен, это морской дракон, очень красиво смотрится. Допустим, если возьмете, захотите сделать себе фотографии на фоне САП, это будет невероятно красиво. Ну и плюс размер, то есть САП очень устойчивый. Единственное, допустим, кайтер, да, то есть для меня это было немножечко в диковинку, то, что тебя еще никто не тянет, тебе надо стоять, по-другому ловить баланс, и на волне немного не всегда получалось. Но, как говорится, под конец уже более-менее удавалось постоять на нем. Так что берите, тренируйтесь катать. Мы обязательно будем показывать в дальнейших обзорах этот сабборд, потому что он зашел, уже куча планов поплавать вдоль побережья Анапы, там на закате с шампанским. Но я думаю, что это произойдет на рассвете, так как на рассвете у нас более гладкая вода, и для сапов это идеальное время. Когда вот мы шли по воде и опускали ноги вниз, то есть сап притормаживался и не развивал нормальной скорости в дальнейшем. Даже не я греб, а она. И мы просто убрали ноги из воды, и у нас скорость была очень хорошая. Нам удалось отойти довольно-таки далеко против ветра от берега, понырять в чистейшем море, посмотреть на подводный мир как раз-таки через смотровое окно. Его было невероятно красиво видно. Вот, посмотрите, какая видимость смотрится. Очень-очень-очень интересно. Разбираем мы в обратной последовательности. Сначала снимаем плавничок. Это важно. Обращайте на это внимание, чтобы, не дай бог, он там не остался. И просто легким движением руки плавничок выходит. Смотрим. То есть никак не видоизменился, все на месте, все отлично. Мы смотрим с вами на крепление, которое здесь есть под вещи. Туда внутрь мы сложили вещи, как раз таки затекла вода из-за того, что мы переворачивали. Сразу не обратили на это внимание, просто катались, наслаждались, потому что действительно зашло, и никто не думал, что сап настолько вообще, в принципе, понравится. Это очень круто. Покрытие невероятно не скользящее. Сап, кстати, ни разу не перегрелся на солнце, об него не обжигались, на воде было очень хорошо. Вот эти крепления, о них вообще нигде ничего слова не сказано. Это под ноги можно фиксировать, и очень удобно, когда ты падаешь с саба, браться за них и залазить. Устойчивость у него просто великолепная. То есть мы
его перегрузили, в общем, дали на него нагрузку 160 килограмм. Сап нигде не прогнулся, вел себя очень устойчиво. Понятно, когда на нем оставался один человек, то там скорость он развивал вообще просто невероятную. Против ветра на нем было кататься хорошо. Мы же его использовали не по назначению, на двоих, просто чтобы удобнее было и снимать, ну и повеселее было. А так, если вы берете чисто для себя, такая моделька вам будет просто невероятно классно и прекрасно. Тем более вода сюда попадает только при переворачивании, то можно даже не использовать никакие сумки, просто вещи какие-то положил и все. Плюс само окошко, то есть вы показывали, открываешь, вот здесь, если водичка гладкая, смотришь вниз, это очень круто. То есть много фишечек, которых нет в других местах. Я очень хочу поставить туда переходник на GoPro и поплавать где-нибудь в районе Анапы, то есть скал, чтобы сделать красивое фото потом и также нарезку видео. Но это уже потом на гладкой воде запишем. Сегодня цель другая, протестировать оба хвосты в гриву. Это получилось. И, в принципе, все характеристики заявлены. Он свои выполнил, даже больше. То есть было максимальный вес 130, мы сделали 160, даже 5, если по-честному. Сейчас попробуем сложить. То есть никаких коцинок после его использования нету. Выглядит он, в принципе, хорошо. Все работает отлично. Подключаем насос к Deflate и открываем наш клапан. Сюда. Здесь. Нажали кнопочку, он сам спускается, все автоматизировано. Воздух вышел, видите, подключаем. И дальше насосом уже выкачиваем всему оставшийся воздух. Таким методом мы высосали полностью весь воздух из сапа, он до последнего. То есть он как склеился вообще между собой. Клапан мы перекрываем и все. Дальше нам его надо сложить, чтобы он поместился в рюкзак. Это самое интересное, отлично для меня, потому что мы этого еще не делали. Первый опыт, он сложился в такую колбаску. Теперь это все надо засунуть в этот рюкзак. Рюкзак, кстати, имеет отверстие для сушки, если вдруг сап у вас был мокрый. Это большой плюс. Так как кайтами занимаюсь, и очень важно там не пересушивать их и не оставлять сырости. Слушайте, с первого раза. То есть, причем рюкзак рассчитан на то, что у вас все это не должно там сверх упираться. При этом у нас сюда сейчас ляжет еще насос, наше крепление и наш плавничок. Просто невероятно. У нас есть лямки для переноски. Все это хорошо, но про весло мы забыли немножко. Я думал, уже все поместилось. Такой счастливый уходить. Вливаем водичку. Помещается оно даже, если его не разбирать в той части. То есть, получается, мы его делим только на две части, и оно заходит сюда великолепно. Также, я думаю, сиденье влезет и все остальные приспособления. Все. Одеваемся, и мы готовы к путешествию. Вот так вот выглядит сап в сборе. Друзья, ну, теперь точно конечный отзыв. Мы сложили, разобрали, покатались, протестировали. В общем, сап великолепен. Я рад, что теперь являюсь его владельцем. И уверен, что мы в многих местах с вами сможем побывать и показать вам Анапу с воды. Ну и подводный мир Анапы более подробно. В общем, если вдруг вы хотите себе приобрести сап, смотрите в поиске по названию его, либо ссылочка есть в описании. Ребятам спасибо за предоставленную возможность владеть таким вот средством передвижения по нашему любимому морюшку. Всем пока. С вами был Юрий Азаровский, довольный, невероятно, то, что он сегодня покорял море. Я давно не проводил 2 часа в море, просто на воде, катаясь по морю, ныряя в море, наслаждаясь морем. Это было очень круто. Оператору спасибо.